В этом году Краснодарский край отмечает 77-летнюю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В преддверии праздника славянские ветераны и труженики тыла принимали поздравления от представителей городской власти и молодежных организаций. В Краснодарском крае на протяжении уже нескольких лет проводится социально-патриотическая акция «Согреем сердца ветеранов». В год 75-летия Великой Победы этой акции уделено особое внимание. Волонтеры, представители молодежных общественных организаций поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла со всеми памятными датами, нуждающимся оказывают помощь по дому. В этот раз поводом для визита стала 77-я годовщина освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Уважаемый Филипп Ананевич, от лица главы города Славянска на Кубани Александра Борисовича Берсенева поздравляем вас с 77-й годовщиной освобождения Краснодарского края и завершения битвы за Кавказ. Филипп Ананевич, низкий вам поклон за ратный, немекнувший подвиг, за самоотверженный мирный труд, за вашу активную жизненную позицию и беззаветное служение Отечеству. Поздравляем вас знаменательным для любого жителя Кубани этим днем. Ветеран Великой Отечественной войны Филипп Ананевич Дриев от всей души поблагодарил ребят за оказанное внимание. Тетюша, не забывайте меня. Поздравили, это очень важно. Тем более в наше такое время. С юбилеем Великой Победы и 77-летием освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков поздравления принимала и труженица тыла Зоя Григорьевна Касьянова. Примите слова благодарности за наши спасенные жизни, за мощь и славу родного государства, за мужество, проявленное в те страшные годы войны. Спасибо вам, что создали нам такое прекрасное будущее. Пусть не гаснет в ваших сердцах вечный огонь памяти о погибших в Великой Отечественной войне. Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия. Спасибо. Это спасибо вам. Ветеранам были вручены цветы и памятные подарки. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».